Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ и Тучка Гусанёк. Поздравайтесь. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная и страшная рубрика, которую вы больше всего любите. Аниматроники пугают охранника в заброшенной пиццерии. Обратите внимание, здесь какие-то выстрелы от пуль. Видно, тут перестрелка была. Внутри поломанные аниматроники валяются. Да. Интересно, сколько эта пиццерия заброшенная была? Много лет. Все разломано, все поломано. Стул, а ну попробую с ноги его... Ой, класс. Можно ломать стул, я не знал этого. Вентиляция. О, ладно, мы еще изучим, пока мы себя боимся туда залазить. Давай посмотрим, что здесь еще есть. Ты слышал? А то стул мы задели. А, я понял. Мне показалось, что аниматроник шевельнулся. Страшный звук. Ого, тут вмятина в стене. Смотри, о. Это что, головой сюда кто-то заехал или что это? О, проектор. Электричества, наверное, нету. Может, как-то электричество можно включить? Так, может, мы как раз-таки его, наверное, и включили. Да? А ну, давай, подожди. То я опять опустил его. Вот так было. Так, пыльно здесь и грязно. Так, ну, наверное, что? Вот эта вентиляция ведет туда, где ты видел. Да. Соединяется. Но мы сейчас проверим. Смотри, работают экраны. Камеры. Во, смотри. Прикольно все сделано. Значит, питание есть. Или мы его включили, скорее всего, да. Это мы, Остри. Это с другой стороны. Да, это вот с левой. Так. Это и битка. Да. А, слышишь? Слышу. Это что, аниматроника жил? Походу. Я слышу, кто-то идет. Так, так идем посмотрим. А, смотри, она жил. Фредди. Да. Такие звуки стрёмные издает. А ну идем проверим в офис наш. Закрываются двери или нет? Просто интересно. А, тут рычаги такие, смотри. Да. Прикольно сделано. А как открыть? Так. Они не открывают. Мы сами себя закрыли. А может мы с вентиляцией можем выйти? А, может, подожди, может надо время, чтобы они открылись? Да, время. Они через время открываются. Так, я буду вентиляцию посмотрю. Так, идем быстрее, там аниматроник лезет. Так. Полезли. Так, да, отлично, мы с этой стороны вышли. Вот тут замок. А, вот идет. Тихо. А, Окси. Тихо. Так, быстрее. Подожди, я могу замок разломать ногой? Отлично, заходи сюда. Бежим, бежим. Так, закрывай двери, закрывай. Все. Вот эта дверь, это какой-то сейф, что ли? Вы видели, какая она большая? Вот, лифт. Тут лифт есть, так, поехали так, вниз. Так, здесь у нас что? Это какой-то склад. Да, тут какие-то коробки. Уж и ничего еда. Нету? Ничего. Да, или мебель, ну да. Так, ну тогда все, поехали обратно. Да ничего больше нету? Странно очень. Ну да. Блин, там вверху аниматроники. Нам надо сейчас как-то забежать в офис и закрыться. Так, смотри, давай. Готов? Я открываю. Давай. На счет три, и мы бежим. Да, резко. Раз, два, три. Бежим, 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 бежим. Он тут стоит, забегай. Да я остался здесь. Я думал, они тебя убьют, поэтому не побежал. Ладно, сейчас пойду. Так, иди через правый вход, я закрыл там дверь. Сел. Отлично. Фокси. Так, там Фокси. Все. Ух, блин, ребята, вот это они нас атакуют. А можно сразу закрыть дверь? Да. Ждать не надо. Тут компьютер есть, ну да, все заработало. Вот они. Тихо, нет. Ничего себе, они нас окружили. А, закрывайте. Дверь. Так, вентиляцию закроем. Слышал? Да. Я боюсь теперь открывать двери. Так, где они? Вот ходит по главному залу, я вижу. Кто там? Как она зашла? Через вентиляцию. Офигеть, не вентиляции лазит, что ли, иметь? Это что-то новенькие аниматроники. Тихо. Тихо. Они нас не убивают? Может, они просто охраняют пиццерию, чтобы никто тут не лазил? Сейчас посмотрим. Но они вроде добрые. Тихо! Так, что ты кричишь-то меня? Она поломалась. Бежим, бежим. У них, наверное, очень слабый аккумулятор и не хватает долго заряда. Каждую минуту они, видите, просто разряжаются. Вой, мы сейчас должны проверить, убивает дверь или нет. Наносит дамаг? А ну давай. Не боишься?
Не. Давай, вставай. А, нажимай, нажимай. Это жесть. Мне кажется, они все-таки на нас уже разозлились. Так, я рычаг опустил, проверим, будет электричество или нет. А ну-ка. Да блин, да что ж они в вентиляцию лазят? Я бегу, я бегу. Надо ее закрыть как-то. А как нам ее закрыть? Монтировку вставить можно. Надо ключ найти. Ты запрятался? Да. Я тоже. Марионетка разломанная. Так, она смотрит. На меня смотрит. Фокси. Ай-яй-яй! А, так вот, тут защелка была. Ой, а, так, подожди, это не сработало. Сцепили. Ну да, нам не хотелось бы, чтоб... Да блин, я не успел закрыть, они нас окружили! Блин. Ты закрыл вентиляцию? Вроде... Нет, походу защелка все-таки не работает. Так. Я сейчас подловлю, когда аниматроник будет проходить, я его попробую задавить дверью. Давай. Да блин, вроде придавил же! Так, Санек, мы должны теперь очень внимательны быть. Да. Смотри. Там идут они, опа. Бам. Вылазит. Они такие все страшные, разломанные. Получается, надо постоянно смотреть, чтобы дверь только поднималась, мы сразу нажимали, и она опускалась. Да, можно, в принципе, сразу это делать. Так, отлично. Я слышу, идет. О, блин, он пролез к нам. Тихо. Я не шевелюсь. Может, он нас не увидит? Мы живы, это скример. Он исчез. Так, рычаг поднялся. Так, Санек, мы должны отсюда выходить. Да, что-то мне страшно здесь. Мне тоже очень страшно. А, тихо! Тихо, назад. Они нас не пускают. Так, давай по камерам почекаем, где они ходят. Короче, если нам не получится отсюда сбежать, у меня появился план. Кое-какой. Так, я иду тихонько. Опа! Тихо, все хорошо. Он идет на меня, гусанечек. Закрываем дверь. Вот это они нас атакуют. Не дают нам выйти. Мне интересно, мы вообще отсюда сможем выйти живыми или нет? Блин, трап стоит. Сейчас только опустится, сразу подниму. Так, нет. Дверь должна быть закрыта. Вот это он стрёмный. Поправляет челюсть? Смотри, внутри там сидит человек. Так, с этой стороны что? Там пусто, кажется. А ну-ка, давай попробуем через вентиляцию пролезть. О, давай. Я иду. Ты идешь? Да-да-да. Так, я пока выходить не буду, посмотрю, что там. Там Бонни разломанный стоит. Так, ну что там? Сейчас, я слежу за ним. Он идет ко мне. Так, назад, 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 назад. Тихо. Так, я его сбежал. Она закрыла, он закрыл вентиляцию. Она не работает, он закрыл ее, мы теперь не можем выйти, давай назад. Очень умные аниматроники. Представляете, что они делают? Блокируют нам все входы. Он стоит прямо на входе, не выпускает меня. ТВ глючит. Тихо! А, я бегу! Я в лифт спускаюсь. Мне кажется, он сейчас к тебе пойдет. Нет. Отлично. Опа, лифт уехал. Это ты вызвал лифт? Нет. Блин, так ко мне сейчас аниматроник спустится. Он съехал! Ой, я сейчас буду держать лифт, чтобы он не уехал, вниз не спустился. Есть, я держу лифт своим туловищем. Ха-ха-ха-ха, он не сможет пройти. Отлично. Гусунёк, вызови лифт, чтобы он вверх поехал. Сейчас. Он не может никак пройти. Сразу убегай, как лифт только вверх поедет. Он не поднимается. Блин, да, он не может подняться. Вот, едет. Все, беги, сразу беги. Бегу, я бегу. Так, он ушел. А как же мне лифт вызвать? Тут нету кнопки никакой. Я сейчас приеду к тебе. Он опять в лифте стоит. Сейчас я его отвлеку. Давай. Так, тихо, осторожно. Вот это стрёмно. Блин, он здесь. Как же лифт так вызвать? Надо что... А, Фокси едет. Нет, я буду стоять здесь, чтобы лифт не опускался. Все, он пройти не может никак. Так. Смотри, я сейчас его вызову. Фокси подумает, что я опять привернулся. А я на самом деле к тебе поеду. Давай. Попробую как-то обмануть. Сейчас. Отлично, он убежал. Все, спускайся. Еду. Так, теперь смотри, на коробке лезем и там прячемся, быстро. Так, давай. Есть. Все, выключи фонарик. Так, тихонько сидим.
Вон он. Надо как-то обмануть, сразу забежать в лифт. Да. Ты его видишь? Нет, он походу сейчас спустится. Короче, нам надо сейчас выбраться отсюда, и наступит час моего плана. Так, он зашел. Он смотрит, ищет нас. Когда он подойдет близко к нам, мы убегаем, вот когда он там будет. А я не могу здесь перепрыгнуть. Да, поэтому нам придется только здесь. Блин, он сейчас на лифте уедет, как нам... Я сейчас издам шум. Он обратно едет. Запрыгивай, блин, я боюсь так быстро запрыгивать, как никогда. А, лифт сам приехал. Может, это приманка? Так, хорошо, смотри, может, давай я сейчас издам шум, он сюда поедет. Давай рискнем, поднимайся. Мы должны как-то успеть выбежать. Если что, сразу вниз нажимаем, едем. Да. Вот он, вот он, вот он. Так, мы его ослепили, хорошо, Фокси, можно так делать, это уже отлично. Так, ладно, выходи из лифта, давай сейчас он сюда поедет, и мы убежим. Надеюсь, у нас получится. Так, спустился. Фокси, секунду, давай его ослепить, фонарика, доставай фонарик, слепи. Слепи, слепи, слепи. Сюда, сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, лифт. Отлично. Так, одного аниматроника мы закрыли в подвале, он теперь не сможет подняться к нам никак. Так, еще один остался. Да. Так, он сидит на входе, прям Голден Фредди. Он идет сюда. Дверь. Так, тихо, закрывай. Дверь. Я стою, у нее не откроет. Да, он не сможет открыть, я тоже держу. Он кричит, недовольный, что мы здесь держим дверь. Пока мне все получается. Одного аниматроника красиво мы обманули. Так, можем второго также сейчас обмануть. Смотри, он, короче, этот, сейчас попробует открыть дверь. Лифт вниз уехал. Как так? Как? А как? Фокси едет. Едет, открывай дверь, быстрее, беги! Если вам понравилась эта серия, вы хотите увидеть продолжение этой части, ставьте палец вверх, напишите классный комментарий, мы хотим. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.